А чем ты занимаешься, когда никого нет дома, а? Мне кажется, то, что такой гольф 100% неправильный. Поэтому в этой серии я вам покажу, какой гольф на самом деле правильный. А кто не знает, это уже третья серия по этой игре. А выйдет ли четвертая или нет, все зависит только и только от тебя. Это выходит только благодаря тому, что ты поставил лайкусик на предыдущую серию. И если ты поставишь лайк на эту, то я обещаю то, что выйдет следующая. Как ты видишь, я немножко заболел, у меня еще и кашель, поэтому твои лайкусики просто офигеть, как мне помогут выздороветь и выпустить новую серию по гольфу. И также я тебе быстренько скажу то, что сегодня у меня будет проходить конкурс, небольшой конкурс в Инстаграме. 10 случайных людей, которые сегодня на меня подпишутся, получат у меня лайкусики на их фоточки. То есть тебе просто нужно перейти в Инстаграм по этому нику или зайти в описание, там также есть ссылочка на мой Инстаграм. Подписывайся, ставь лайкусики на мои фоточки и получай от меня бесплатный лайкусик сегодня на твои фоточки в Инстаграме. Подпишись, не ленись, поставь лайкусик, а мы погнали. Сейчас, вот. Потопали дрючить Игоря. Прости, Игорь, я не хотел. Игорчик! 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 Игорчик, Эдисончик, я свечусь, Эдисончик, поехали, поехали! Ты куда? Ты куда? Подожди, подожди, Игорь, Игорь, ты куда? Что так быстро все? Ага, ага, понятно. Добро пожаловать в возвращение гольфа! Хотел сказать Майнкрафт. Твою матушку. Хотел сказать в Майнкрафте, но вообще не в Майнкрафте. Игорь, ты скучал? Блин, Денис, у меня уже 4 удара. Не, стой! 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 Да... Игорь... Да, да, лох. У меня проблемки тут небольшие. В общем, это уже третья серия по гольфу. Сейчас я тебя вздрючу, подожди. Третья? Да, это третья серия по гольфу. Если вы хотите четвертую, вы все прекрасно знаете, что, Игорь, нужно сделать. Ну, как бы, это я сам должен, наверное, буду сказать, типа, лайки. А, лайк, да, надо лайки поставить. Короче, ситуация у нас такая. Я Игоря уже 2 раза сдрючил. Да, иди в жопу, тебе просто повезло, круто. Ай, о, нужно третий раз сдрючить, я надеюсь, что у меня это получится. А что это такое? Подожди, это, мне кажется, мы что-то не то делаем. Ты так думаешь? Подожди, подожди, я тоже. Мне просто ради интереса. Рубрика эксперимент. А, нет, туда нет. Да, Игорь, туда не надо, мне кажется. Блин! Опа! Я попал! Игорь, тут наверх нужно, я там не сильно бил. Я не могу понять. Ага. Эльс, у меня уже 5 ударов. У меня... А зачем? А, нет, нужно сверху, я же сверху бил, Игорь! Я тоже сначала не понял то, что там есть проход, я... Так что это срань-то, ну что это? Ну я лоханулся, конечно. О. Ну ладно, у меня 3, у тебя 8. Ну у меня могло быть 2, или что-то такое. Да, ёханый бабай. Что, как она там, Эдисон? Ну, в принципе, очень даже нормально. Ай, 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 стоять, Игорь! Стоять! Игорь, стоять! Опа! 2 удара. 2 удара. У тебя тоже 2 удара будет, да, как я понимаю? Игорь, не смей! Вспомни то, что ты бердянский парень! Да. Ладно. Да, 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 да. Ладно, ладно, ладно. Я тебя... Знаешь, я говню, понимаешь? Я дышу тебе... Сам ты... Сам ты говнюк! Ты чё обзываешься? Игорь, я... Подожди, ты... Я ты... Ой. Что это такое, не понять? Вау! Ебой! С 2 ударов, Игорь! Да ты гонишь! Я сам не в курсе, честно тебе скажу. Эдисон, иди в жопу. Да как? Ну у тебя будет 4. Хорошо, у тебя будет 4 ударов, поэтому все нормально. Ну ладно, с 5 ударов. 4. Ладно, у тебя будет 5 ударов. Давай 5 ударов. Да вот сейчас очень. Ну ладно, у тебя будет 6 ударов, так уж и быть. Ладно, вот, видишь, твой. Да. Надо по центру бить, бей по центру, ну не. О, еще и вылетит. А, Игорь. Ну, слушай, у нас до конца серии должна быть какая-то накаляющая обстановка. Ты не должен сразу вот так проиграть на начале. Игорь! Вот, вот сейчас ты 100% попадешь. Вот сейчас ты 100%. Вот.
Ну... Да... Я сам не знаю, как я это сделал. Мне повезло. Как ты это делаешь? Мне повезло, честно тебе скажу. Это невозможно, но это Unreal просто. А как я это сделал? Нужна партия чистого товара, Элис. Я не понимаю, что это такое вообще. Ну видишь, там грибочки всякие вокруг тебя, такие светящиеся. У меня уже 13 ударов. Тебе уже 13 ударов. А, все, у меня все нормально. 14 ударов. Ну, в принципе, нормально. Так, ладно, ладно. Так, мне уже нечего играть, Элис. Поехал. Ага. Это ловушка. Ага, да, это ловушка. Это Игорь ловушка. Я тоже сюда попал. А, нет, я в нее не попал, Игорь. А, нет! Нет! Игорь. Чёрт. Там немножко сложновать. Так, да как... чёрт! Игорь, останови меня! Оху, я остановился. Так, ладно. Да как сюда попасть, ядрёна мать? О, я попал, нормально. Ты тоже попал, да? Подожди, ты... Игорь, а что ты делаешь? Я играю. А куда ты бьёшь? Ты что, дурак? Вот! Не разгоняйсь! А как мне его остановить, по-твоему? Ты что, дурак? Ну слабенько, чуть-чуть ударит, прям чуть-чуть, Игорь! Не надо сильно! Вот! Другое дело, Игорь! Вот! У тебя есть еще все шансы меня догнать! Да, ты курс, если я 50, по идее, наберу, то я проиграю. Не надо! Не надо проиграть! Мы должны этот уровень до конца пройти! Не, ну я что-то прям тащу в этой серии. Я прям в этой серии тащу, я сам в шоке на самом деле. Ты нашел, где вообще лут? Да, я случайным образом до нее ты пехнулся. Из двух ударов попал. Вот. О, воу! Ты смотри, с трех ударов, Игорь! Ладно, ура! Так, погнали! Ой, ага, я что-то не туда. Как я слышу, что не понял? Я что-то тоже не понял. А, все понял, да. Тут на самом деле все очень даже просто. Да? Да. Я с трех ударов попал. Вот. И ты с трех. Видишь, у тебя еще много раундов впереди, у тебя еще 10 раундов впереди! Все шансы меня догнать! Не умирай. Не умирай, Игорь, все будет нормально. Куда ты улетел? Я сам не знаю, куда я улетел. Подожди, а что делать? Господи, помилуй! Ага. Как ты это сделал? Ты сам это сделал? Ладно. Игорь! Что? С трех ударов! Видишь? Ну, пока у нас прогресса нет. Последние два раунда у нас прогресса нет. Так, Эллисон, смотри, как делается. Вот так, пух, и улетели. Куда улетели? Ладно, шучу, это вот так вот делается. Пау. Я перелетел, Игорь. Вот как оно нужно было, Игорь, я что-то тупил. И ты тоже. Я попал. С 10 раз, конечно, но все же. А ты где? Хай, я догоняю. А ты... В смысле, ты с 8 раз попал? Да. Ах ты жопа. Понятно. Пом-пом-пом-пом. Куда-то плыву, я не плыву куда-то. Плывешь куда-то, да, значит? А что происходит, ты тоже плыл? Не, я тоже плыл, но мне кажется, плыть туда как раз таки не нужно. Дай! А, Игорь, я попал! С 4 ударов попал! Серьезно? Да. Вот, да. Так и надо. Ну, да, вот так и надо. Только не упади. Не надо падать вниз. Топинамбур. Ай, ну вот там сильнее нужно было ударить, Игорь. Так ты ж меня не предупредил. Вот, подожди, вот как я должен понимать, что там сильнее нужно было ударить? Вот как? Я тебе что тут? Ну не так сильно. Вот, молодец. Вот, да. Вот так хорошо. Плюс еще один удар. Давайте, да. Ну, у меня 4 попытки, у тебя... Сколько? У тебя 6. Видишь, мы опять вернулись на круги своя. У тебя 7 даже. Так, тут как бы... А что тут делать? А, просто вниз падать, да? Ага, понятно, Игорь. Ага. Там. Да ты дичь!
дичь. Я дичь? Почему? Да, в смысле, а как сюда? Ладно, сейчас мы что-то придумаем. Да почему? Как ты это сделал? А, вот, все понял. Понял, Игорь, понял, с 7 ударов. А ты со скольки? У меня уже 7. Ну, у меня 7, у тебя 8. Ну, смотри, у тебя еще сколько раундов? У тебя еще примерно 6 раундов. 69. У тебя 69, Игорь. Пожалуйста, больше ничего не бей. Вот остановись на таком числе. В смысле, а почему меня обратно откинуло? Это пинбол. Или как это? Да, вот эта фигня. Ап. Мы поняли, да. На Windows HP эта фигня была. Как ты это сделал? Вот так. Все. Игорь, я тоже что-то заболел. Ты кашляешь, я тоже что-то заболел. А это я вот просто... Ты меня через скайп заразил. Я передатчик. Передатчик. Давай куда-то, давай, ты первый. Ты как такое творится? Я сам не знаю. Смысл, ты смотри на него! Он с двух ударов, да, попал? Сократил разрыв! Знаешь, брыдж, это я сделал, брыдж. Брычка. Ой, это типа тут... Я не знал, что это стеночка, я тут прям в нее, короче, влупился. Подожди, а что тут делать? Как это? Я вот все прошел уже. В смысле прошел? Как ты это все прошел? Твою мать, Игорь! Шо? Да шо такие? У меня буги-буги-буги. Буги-мен. Так, хорошо, у тебя сколько? Буги. Не знаю. У меня 6. У тебя 4? Лох. Вот ставь человеку усик, он там же болеет, и выздоравливай типа скорей. Вот Игорь тоже болеет. Я болею. Подожди, а что тут делать, Игорь? А там и вниз можно? А почему я вверх пошел? Я не знаю, вниз пошел. Мне кажется, это плохая выигра. Не выигрыш. Твою Черт! Матушку, Черт! Ну что ж это такое, Игорь? Не так. Да, что-то пошло вообще не так. Ой-ой-ой, это что-то тоже перебор, ага. Мне кажется. Угу. Ага, у меня недобор. Вот, нормально. Вот, зашибись, самый зашибись, Игорь. Так, сейчас нужно от этого бревна отбиться. Вот, короче, в этой серии ты точно должен меня вздрючить, Игорь. Пуки, чаки. Давай, сколько у тебя ударов? Сколько? Вот скажи мне. 8. У меня 10. Вот видишь, ты меня догоняешь. Еще чуть-чуть осталось. Да, еще 19 за 3 раунда. Ну, как бы, я не знаю, Игорь, какой сейчас будет у нас тут уровень, поэтому фиг его знает. Господи, помилуй. Подожди. А куда? Ты где? Учкуду. А я попытаюсь, знаешь, что сделать? Ход конем. Я тоже. Ты не умный, Игорь, я тоже так хотел. Эйсон, я там в лунки какие-то попадаю, скатываюсь в жопики. Игорь молчит, Игорь, знаете, так молчит, не хочет говорить, он понял. Нет, я там серьезно, там есть лунки, Эдисон, ты в них не скатывайся. У меня уже 5 ударов, а я все заново начинаю. В смысле? В прямом. Как я туда попасть? Какие-то лунки надо попасть, только не в правильную лунку. Ебой! Знаешь, в чем прикол? У меня шарик очень медленно катится, я до сих пор не... Я попал! А у меня шарик очень... А, вот тебе туда и нужно. Игорь. Он катится, и сейчас прикатится. Ну давай. Ну чуть-чуть осталось. Еще 39 секунд. Вот, ну чуть, ну давай. Ну. Ай! Пам! Видишь, какой ты молодец, Игорь. У тебя еще 2 удара. Вот, еще 2 удара, хорошо. Вот. И сейчас ты 100% попадешь. Мне нужно было 12 ударов, тебе только 10. Видишь? Пук. Видишь? 17! Еще 2 раунда, видишь? Так, Эдисон, так. Ой, господи, откуда сейчас? Куда здесь надо прыгать? Понимаю, я не вижу. Куда тебе вообще? Как ты это сделал? Ты куда-то улетел? Чё за хрень? Чё это? Игорь, я чё-то тоже не понимаю. Это как это пройти? Так, под... А, всё правильно, сюда нужно было. Куда? Туда! А, в водичку нужно было!
Вот, все правильно. Все правильно, а что ты выпендриваешь? Типа, я не знаю, я не суть, подскажи мне. Я не понял, на самом деле, что это. Вот, давай. Ай! Ай, Игорь, ну как так? Ай! Вот! Ну, у меня видишь 6, у тебя 5! Последняя возможность меня догнать! Так, окей. Так, я тут не понимаю. Я что-то тоже не понимаю. Что такое вообще? Что, сработало? Нет. Тактика как? Вот сейчас сработало. Тактика боя от огурцов. Вот сейчас сработало. Как так? А, Игорь, ты проиграл, да? Тебе не нужно было туда. С трех ударов, Игорь, я с трех ударов, я попал. Я опять туда куда-то. С трех ударов, Игорь. Серьезно? Да, серьезно. Да почему ты туда, ты не туда бьешь, Игорь? Все туда. Вот. Молодец, Игорь, вот так и надо было. Давай. Пара-па-па. Ай, нет, не скатывайся. А. Та-дам-та-дам-та-дам. 20 очков! Поздравляю! Давай там это, веселись, я пошел. Куда ты пошел? Игорь, хорошо, подожди, не надо никуда спешить. Ты понимаешь, это всего лишь третья серия гольфа была, а впереди там еще карт, вроде там 5 или 6 карт еще есть, понимаешь? То есть я еще 5-6 раз унижаться буду, да? Почему ты 5-6 раз унижаться будешь, если ты еще можешь меня догнать? А ты не заметил закономерность, да? Вообще? Ну подожди, сейчас ты меня, сейчас я у тебя 3 раза выиграл, потом ты у меня 3 раза выиграешь, допустим. Нет? Ладно, выиграет у меня Игорь или нет, зависит только от тебя. Поставь лайкусик прямо сейчас! Эта серия выходит только благодаря тебе. Если поставишь лайк, я обещаю то, что мы с Игорем зарубимся еще раз в гольфик. Да, Игорь? Да, да, Эдисон. Я вижу, ты очень рад, да? Ставьте лайки! Спасибо всем. Ай, стукнулся. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покаки.